Если у вас в наличии есть несколько героев сразу, как вот здесь, и, например, кто-то у вас является разведчиком, пусть это будет, к примеру, Аджит, бегает по карте, а второй герой, он сидит, например, на защите города и ничего толком не делает. Когда вы нажимаете на кнопочку, вам предлагают, вы действительно хотите завершить ход, с учетом того, что у вас еще один герой не ходил. Чтобы у вас это сообщение не появлялось, нужно выбрать этого героя, который у вас ходить не собирается, и нужно нажать на палатку. Нажав на палатку, герой автоматически будет спать. И вы, нажимая на кнопочку, сразу же начинаете ходить заново. Опять можете полностью отходить свой ход. Нажимаете следующий ход, и он автоматически начинается. То есть, таким образом, вы просто количество появляющихся окошек всяких, нажиманий галочек и так далее убираете. Это вас будет меньше раздражать, меньше отвлекать, и вы будете меньше кликов делать, а значит, и меньше времени терять.